что-то перепутал. Но мы в восторге от этой красоты. Вот. Как мы来哪儿了？大玉米楼。请说，这是郑州的最有名的地方。这是南姨和我妈妈来看一看。听说上边呢拍夜景特别好，我今天过来带他们体验一下。Сколько, сколько же здесь этажей вообще? 59, этаж. 59? Ой, о, уже Саша-то перепутал. Да, я перепутал. Вообще есть 200 метров. 200 метров? Метров, да. О, что-то не верится. Да. Вы верите, что там 59 этажей? Вы когда-нибудь видели такие небоскребы? Нет. А туда вообще пускают смотреть? Можно? Да, можно смотреть. Я уже билет купил. Ух ты! Давай. Ну,吃吧. 咱们待会儿过去试一试，好不好？看你能啃下来吧。哇！我现在要去吃它了。那个估计没有玉米粒，就是一大个一大个的玉米粒，估计能吃上半年了。Ну тут везде красиво. Все такое современное здание. Очень интересно. Uh-huh. И все разные постройки. Тут все. Да. 280 метров высотой. Обзор всего города 360 градусов. Интересно, а сколько ж по времени подниматься туда на лифте? Может, тоже скоростной какой-то, наверное, да? Сильно быстро, да. Сильно быстро, да. Ой, близко, если стоять, так вообще такое высокое здание. Наверное, к небу дальше идет, да? Кажется, еще выше, да? Ага. Я смотрю на этот небоскреб. У меня же голова закружилась. Такой высокий. Теперь мы тебя доджела. Дезина, мама, вы приготовились? Да. Сейчас мы поднимемся на самый-самый... Ило. У меня уже начинает уши закладывать. У меня тоже. Как в самолете, да. Лиляна, у тебя все нормально, уши не закладывает. Вам нормально? Тоже заложила, да. Уже мы уже приехали? Ага. Так быстро? Да. Сколько времени мы ехали? Одну минуту. Одну минуту, 60 ага. этажей? Да. Вот это да, вот это скорость. Уже зовет нас смотреть. Вау! Ой, как красиво! Какой красивый город! Освещение какое красивое, да? Но мы в восторге от этой красоты, вообще вечерний город. Я обожаю виды такие вообще. Да, реально красиво. Разные город, разные здания. Такие небоскребы самые высокие, да? Да, в Китае. Ага, да. Это Пекин. Это разных городов. Ага. Да, это не только Пекин, так что самый большой это... Ухань. Ухань, другой город. 600, это да. Это не наша кукуруза. Ага, другой кукуруза. Ага, другой кукуруза. А наша кукуруза где? Вот это? Еще, нет. Еще дальше, наверное. Вот она. Я вот, вот, вот. Я да, да, да. 280, как ты сказал. Ага. 280. Да. Ухань, 600. Ага. В три раза еще выше, чем это. Ага. Вот это да. Кино показывают. Ага. Можно туда забраться и прийти в кино смотреть, да, получается? Ага. Тут можно отдохнуть полдня. О, супер. А, представляете, над нами небо. Да. Прямо под облаками. Ага. Под небесами. Это так красиво! Я вижу, там башня высокая. Мама, с тетей Зиной, идите смотреть. Тут такой красивый вид на город. Идем быстрее, да. Ой, как красиво!
такие, и дорога какая красивая. Одна сторона светится, свет этот самый, да, желтый свет, да. А другая красным светом. Это специально им так говорят, чтобы они так включали. Это задние туда идет, задние машины, свет. А это передние фары, понимаешь? А я думала, чтобы было красиво, так включают. Обзор ночного города – это супер. Как в сказке, да? Как в сказке. Ага, да. Огни. Дайте посмотреть Чжэнчжоу的夜景. Так красиво. 就是有大城市感觉. А вот это вот по кругу они ездят. А зачем они так по кругу ездят, не могу понять. Для красоты. Ну, такие транспортные развязки в больших городах делают, чтобы этот, чтоб пробок не было. Можно было быстрее, удобнее, комфортнее ездить. Тоже очень красиво сделано, да? Ага, красиво, да. Очень. Вообще как рисунок. Да. О, здесь так красиво. Я хочу снять побольше и отправить своим друзьям, показать огни большого города. Какая красота. Моя Джанхо, Джеки. 看着书，喝咖啡，郑州的夜景。哎呀，真好，我都不想走了。看着郑州的夜景。 Такое здание интересное. Наверное, это посмотрели и построили такое, да? Да, наверное, да. Ага, да. Посмотрите, там показывается высота, на какой мы сейчас находимся. Ой. Каждую секунду что-либо 4 метра, этот самый, да? Так быстро меняется все. Ага. 我们参观完玉米楼了，知道郑州有鹅餐。丈母娘和安姐已经好久没吃鹅餐了，不知道日南阿姨想不想吃鹅餐。 А зачем ты так спрашиваешь меня? Ну, поеду домой и буду кушать там. Да? Я думаю, сейчас мы идем в русский кафе. Здесь есть? Есть, здесь, да. Для меня это неожиданно. А вы хотите? Ну, я хочу. Конечно, хочу, да. Вера не верит. Не верит. Тогда идем попробовать. Поверить. Поверить, да? Да. Ну, 我们现在去尝尝鹅餐. 刚才路上是那一个我说他不相信在中国能吃到鹅餐，咱们给他尝一尝。哦，я увидела знакомые буквы. Уже все принесли с таким чесночным ароматом, как мы любим, хлебушек, как мы кушаем. Мы начали шанчила. Гамбей! Гамбей! Посмотри, какой мама взяла большой. Ты сказала, маме можно только один, поэтому мама взяла самый большой. И да, я тоже хорошо делаю тебя. Это вкусно. Давай. 还有关注，拜拜了，林磊，我们又可以吃了，下期视频见，拜拜，拜拜。